Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը մի քանի օրից կանցկացնի երկու ընկերական հանդիպում ուժերը չափերով Կոսովոյի և Չեխիայի ազգային թիմերի հետ։ Պասպորտի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովին, որի հետ կզրուցենք առաջիկա ընկերական խաղերի, հրավիրված ֆուտբոլիստների և մի շարք այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Բարի երեկո, պարոն Պետրակով։ Նախքան ազգերի լիգայի նոր մրցաշրջանը Հայաստանի հավաքական ընկերական խաղերը անցկացնելու Կոսովոյի, Չեխիայի, Ղազախստանի և Սլովենիայի հավաքականների հետ։ Բնականաբար այս մրցակիցներն ընտրվել են նաև ձեր մոտեցումը հաշվի առնելով։ Ինչ սկզբունքով են ընտրվել այս հավաքականները։ Ну, скажу вам прямо, это принципа такого особого не было. Это были команды, кто были свободны, эти, потому что люди договаривались немножко заранее, эти соперники. Мне предлагал президент соперников. Я там некоторые отказывался, не хотел играть. Ну, по своим соображениям, скажем так. Но особого выбора, скажу, прямо не было. Я просил президента, говорю, будет чемпионат Европы, говорю, если есть возможность, надо попросить, может, они захотят сыграть там Англия, Франция, Италия, Испания. Говорю, для нас это только в плюс. Он говорит, ты не боишься? Я говорю, нет, я не боюсь, давайте играть сильными соперниками. И так. Так что этого выбора, чтобы вы просто понимали, его практически не было. Мы играем две игры дома. Я попросил обязательно играть дома. Две игры. Почему? Говорю, для своих болельщиков. Чтобы наши люди приходили. Сейчас так. Приходит полный стадион. Угу. Люди ждут игры. Это приятно очень. Очень хочется их не подвести. Так что такие дела. И два участника чемпионата Европы, все-таки финальной части. Это Чехия. И Словения. Այո, մի քանի օրից մեր մրցակիցները կլինեն Կոսովոյի և Չեխիայի հավաքականները և հետաքրքիր է, արդյոք մեր հավաքականի խաղային փիլիսոփայության մեջ ինչ-որ փոփոխություններ մենք կնկատենք, թե կխաղան նույն փիլիսոփայությամբ։ Игровой философии, что имеете в виду, поменять тактическую схему игры? Может быть. А? Или вы не расскажете об этом откровенно? Вы знаете, откровенно говоря, я хотел менять игровую схему. Ну, для того, чтобы менять игровую схему, знаете, по ходу игры меняйте, чтобы надо, чтобы были футболисты определенного уровня. А время? Не время, а просто их нет на данный момент. Это национальная сборная, это высший уровень, поэтому здесь приносится результат. Здесь играется на результат, а не на эксперименты. На результат. Да. Хорошо, понятно. Հրավիրվել է 24 ֆուտբոլիստ այս անգամ, բացառությամբ Արտակ Դաշյան, ով վնասվածք ունի, կային ֆուտբոլիստներ, որոնց դուք կցանկանայիք հրավիրել, բայց գուցե ինչ պատճառներով չի ստացվել, եւ այս պահի դրությամբ ձեր տրամադրության տակ չեն օրինակ ունենք օրինակ նաեւ Նաիր Տիկնիզյանի մասին, որպես հավելում, որովհետեւ Նաիրը արդեն գիտենք վնասվածք ունի եւ չի միանալու հավաքականին։ Տիկնիզյան позвонил, у него надрыв. Там 2 миллиметра, небольшой надрыв, но это 2 недели минимум. Он позвонил, Васильевич, извинился, говорит, так и так, говорит, я играл в Сочи, там, сказал, пробегаемые отрезки, и здесь через 2 дня на третий, говорит, и на 58-й минуте почувствовал. Он извиняется, очень расстроен, Наир, ничего страшного, говорю, давай. Он говорит, я уже на базе, на Локомотиве уже, говорит, готовлюсь, уже лечусь. Так что Наира не будет. Будет, вот вам, дебютант будет вызван, армянский футболист, чемпионата Армении, Эдгар Григорян. Ему дается шанс, милости просим, будешь выполнять требования, вперед. Не будешь выполнять требования. Есть возможность показать себя, как футболист. Եվ պարոն Պետրակով, մրցաշրջանի գարնանային հատվածում արդեն մի շարք խաղեր են տեղի ունեցել, դուք էլ մշտապես հատկապես շատ խաղերի ստադիոնից եք հետևում մեր ֆուտբոլիստների ելույթներին, կան այնպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք հիմա հրավեր չեն ստացել, բայց մոտ են այն խաղը ցուցադրելուն, ըստ որի առաջիկայում արդեն կարող եք նրանց հրավիրել հավաքական։ Прямо скажу откровенно, нету футболистов, на данный момент футболистов, которые могут усилить национальную сборную с внутреннего чемпионата, национальную сборную Армении. Их просто нет. Федерация футбола, ВЛС президентом занимаются. Через диаспору, футболистами, держат со мной связь, мы смотрим, но они еще, там ребята многие есть, они еще маленькие. Те, что уже возрастные игроки, они играют там где-то по этим командам, нет. Я их посмотрел, просмотрел, мне они не интересуют, скажу откровенно. Так что на данный момент футболистов чемпионата Армении, как это, ну, не обидно будет сказано, может быть, но лучше говорить прямо и открыто, чем какими-то увертками. Нет, на данный момент нет футболистов, которые могут усилить национальную сборную.
Армения. Это какие ка инчворми механизм айт процесса арагацнелу хамар. Асинкан инч механизм беткай верчо нердерви. Ворписи арачикаю мер азгайн хавакакана унена ужех футболистнер. Это сложный процесс. Это очень тяжело. Тут комплекс идет этих процессов. Здесь на передаче об этом говорит, но это будет очень долго, этом комплексе, понимаете? Тогда развитие детско-юношеского футбола очень серьезно. Наши приходили ребята, тренера соответствующие. Наши эти тренера, у нас схожая ситуация была, что получали за свой труд определенную заработную плату, не копейки. Тогда не будут идти футболисты, чтобы что-то... Потому что получают лицензии ПРО, учатся, все остальное, а работать практически тоже негде людям. Понимаете? Поэтому процесс это очень тяжелый, чтобы воспитать футболиста сейчас в наше время. Ну, здесь целая цепь всего этого. Надо школы, надо академии, футболисты, классные детско-юношеские тренера, хороший детско-юношеский чемпионат. Тут целый комплекс этого. Но пока, если откровенно, есть там маленькие ребята, но такие талантливые, но почему-то они у вас к 16-17 годам пропадают. Вот из-за чего это получается? Ну, мне кажется, вы понимаете, это в бытность, знаете, нашего поколения говорили, когда человек открывает холодильник, там все есть, а футбола играть не будет. Вот так, знаете, в шутку это оговорилось. А когда там одна кастрюлька стоит, что-то ничего, он уже будет биться, что-то это. Это очень тяжелый вид спорта. Это все время надо заниматься, особенно сейчас только у детей. Молодого соблазна, вы понимаете, все остальное. Раньше на улице все играли в футбол. Но я к этому уже не вернусь никогда. То, что было раньше, это не вернется. Сейчас надо создавать. Нет. Сейчас надо создавать академии, заинтересовывать, вести туда детей, квалифицировать то, что я сказал, специалисты, чтобы были детские тренера. У вас же были прекрасные тренера в Армении, которые воспитывали таких футболистов. Вы сами знаете, кого. Андреасянов, Иштаянов, Занезянов. Всех воспитывали. За границей мне очень много присылали видео, показывают фамилии футболистов и все. На уровне национальной сборной нет. Пока эти люди никто не готовы. Сейчас будем смотреть за молодежной сборной. Как там может кто-то с ребят будет подходить. Я уже взял оттуда. Я еще осенью сказал, что я заберу Сергея Мурадяна. Да, я его взял национальную сборную с молодежной сборной. Я еще это сказал осенью. И хочу еще Тиграна Ванесяна. Там проблемки небольшие, что нету в опорной зоне кому играть, поэтому он одну игру проведет там. Это какие-то ничего, чего конечно бы еще фум, а капец артекрум, хватит футболист не рихет, артек к наркоме к нранца кумбани елют нера, оринак ранд Леон Раноси хет, что это какие-то тервак тягунется, в замране на базмати варачарк не рунет, тарбера ком нерит, свортех каровер варца вечеров карьера шару накел, байт цанкатцав маналиев, портел хахтел мрцаутсиона Мюнхенгладбахи Боруссия. Имам инк тестмек вор Раноса, какие-то хавожаманак чистан, артек не я вычеркнул, дук ворпес, авакакани галхавор марзич, каровек церк нарком нери мечтал, на ф, а здесь сюну на футболист нери ворошман, вера ярко портило в окне. Ну смотрите, я всегда веду где-то за месяц до вызова футболистов, даже больше, я начинаю разговаривать, ну через переводчика. Со многими ребятами, с теми, кто меня понимают, я сам разговариваю. Там, Вату Араяну, вы поняли, звоню нашим ребятам, там, Степа, кто играет за границей, кто меня понимает. Кстати, Ранос тоже немножко понимает язык, Ранос понимает, потому что у него мама, там, вроде русская. Он немножко понимает, он говорит, Василий, я все понимаю, но сказать не могу. По Раносу, смотрите, если человек обращается ко мне, обратился, например, за советом, за помощью, я всегда эту совет и помощь скажу. Если он не обращается, я просто не имею права влазить в клубные дела, в эти агентские дела и так далее. Я слышал, и писали, вы же писали в прессе, что было у него приглашение выше Лигу Нидерландов. Но я не знаю, сейчас он приедет, я, конечно, все это узнаю, как это все выходило и было. Ну, мне кажется, что ему, конечно, лучше было уехать. Туда играть, но это же тоже, он же подписал 5-летний контракт, 4-летний с Боруссией Мюнхенгладбах, решает главный тренер, я же не знаю эту всю подоплеку. Но с футболистами я всегда со всеми разговариваю. В общем, у меня очень хорошие ребята, контакт хороший со всеми ребятами. Мне нравятся эти, скажем, ребята. Վստահ եմ, որ հերոսատի տողներից շատերն են հետաքրքրում, թե ովքեր են մեր հավաքականում այն ֆուտբոլիստները, ովքեր առաջատար են հանդերձարանում և հարկ եղած ժամանակ կկարողանան քաջալերել թիմակիցներին, սատար լինել, թիկունք լինել։
футболистов карган мы хандерсон. Самое главное, вы всегда запомните, что были мотивационные слова, что всегда были у тренера. Вот это самое главное, у главного тренера. Сегодня этот главного тренера сидит где-то в углу, а футболисты мотивационные слова, говорят, то это уже не то. Есть эти футболисты у нас, это Араян Вату, капитан команды. Ну, пришел Эдик, Эдик Спиртян и Наиртик Князян. Это такие, знаете, в команде они лидеры, и в раздевалке лидеры, ребята. Так, можно этих вот три человека. Ну, по моему видению. Потому что Дощан тоже, например, вот Артак, опытнейший игрок, но с него слова не вытащишь. Он всегда сидит такой скромный в углу. 34 года он всегда сидит такой скромненький. Ես դայց անկանում, նշել արդյոք Հայաստանի առաջնությունում խաղացող ֆուտբոլիստներից չկան այնպիսիք, որոնք կարողանում են այդպես մոտիվացնել թիմակիցներին, բայց դուք արդեն խոսեցիք Արտակ Դաշյանի մասին. Да, Артак Дощан, я же говорю, сидит, я говорю, Артак, ну, говорю, ну, хоть улыбнись, говорю, что-то скажи кого-то, вот, Васильевич, я не по этому делу. Ну, он такой человек, очень порядочный парень, хороший парень, ну, у него такой характер, мы же все разные. А тренер должен знать футболистов, понимаете, к каждому приспосабливаться, не ко мне, а я к ним. Я должен знать каждого характера человека, как с ним поговорить, на какие нажать струнки, так и так. Я должен их всех досконально знать, поэтому тренер, когда приходит в команду, он должен узнать футболистам, чем они дышат, какая семья у человека. Ну, все надо знать. Բավականին բարդ process-ը, այսինքն մարզիչի կողմից իր յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի հետ փորձել գտնել ընդհանուր լեզու, որովհետև ամեն մարդ ինքը առանձնահատուկ է իր տեսակով, իր տեմպերամենտով. Да, вы правильно сказали, подходы разные, характеры разные. Подходить к людям, особенно это армянские футболисты. Поняли, о чем я говорю? Они самолюбивые, они обидчивые, они страшно обидчивые. Вы понимаете такое? С дисциплинкой не ахти, скажем прямо. Да, ну, так, знаете, приезжаю в сборную, говорю, я домой хочу, 5-10, обожди. А в клубе ты тоже приходишь, говорю, говоришь, я сегодня пойду ночевать, говорит, перед игру, ну так в клубе ж я аж, ты в клубе получаешь деньги, там контракт, а здесь это самое, это национальная сборная, это гордость всей страны. Во-первых, говорю, чтобы вы понимали, это не ты, это тебя делегировали люди Армении, говорю, в национальную сборную, чтобы вы это понимали, чтобы была у вас ответственность, то, что вы играете за национальную сборную. Պարոն Պետրակով, միշտ հայկական ֆուտբոլի մասին խոսելիս քննարկումների ժամանակ ես նշում եմ, որ մենթալիտետը հայ ֆուտբոլիստների ամենագլխավոր խնդիրն է, այսինքն մենք ունենք տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, ունեցել ենք եւ բնականաբար կունենանք, բայց մենթալիտետը ըստ իս շատ է խանգարում մեր ֆուտբոլիստերին, ոչ միայն հավաքականի խաղացողներին, առհասարակ հայ ֆուտբոլիստերին կարիերայում աճ ունենալու համար։ Ըստ ձեզ մենթալիտետը թիվ մեկ խնդիրն է հայկական ֆուտբոլում, թե դա ինչ որտեղ լուծելի է եւ ավելի ցավալի ու ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք մենք այսօր։ Менталитет в себя вбирает, скажем так, еще образованность, правильно? Если быть откровенным. Да. Я, во-первых, приехал, я удивился, что армянские футболисты все знают по 2-3 языка. По 2-3 языка все ребята. Это тоже менталитет. Они высокообразованные ребята. Откровенно говорю. Я никогда не думал, не ожидал. Во-первых, я что увидел еще, для меня это уже в нашем, в моем регионе это уже нет, уважения к старшим. Они еще уважают старших. И слушаю старших. Вот это приятно. Когда, вы понимаете, самое важное, знаете, чтобы тренера слушали. Если тренер видит, что его слушают, знаете, что он на тренировках или, знаете, на теоретических занятиях доносит до этих игроков, что он хочет видеть, и они его слушают и начинают выполнять вот это. Очень приятно. А когда ты смотришь, что люди не выполняют, не делают, отворачиваются, не слушают, это, конечно, катастрофа. А эти ребята нет. Все слушают, ребята, да, мы нашли общее взаимопонимание, слушают, где-то что-то не получается, но это уважение, знаете, ребята слушают, это приятно. Ուղիղ 1 տարի առաջ Կիպրոսի դեմ ընկերական, հա, խաղից հետո դուք նշել էիք, որ ցանկանում եք խաղալ կարճ փոխանցումներով, ավելի կոմբինացիոն ֆուտբոլ, փորձեն այնպես անել, որ ավելի շատ վերահսկեն գնդակին, հետաքրքիր է արդյոք այսօր ինչ որ չափով ձեր այս արդեն իսկ մտածված սխեման հնարավոր է լինում աշխատացնել խաղի ընթացքում, թե գուցե դրա համար անդրաժեշտ են ավելի համապատասխան ֆուտբոլիստներ եւ ավելի շատ ժամանակ։ Я понял, о чем вы говорите. Ну, смотрите, у каждого тренера есть свой менталитет.
Вы поняли? Каждому тренеру, который приходит, у него есть своя философия. Если я, главный тренер, буду прислушаться, не хочу вас обидеть, философию журналистов, играть в короткий пас, все мне грош цена, правильно? Угу. Потому что я главный тренер. Угу. Понимаете? Откровенно вам скажу, играть в какой-то короткий пас, держать мяч и все остальное, мне никогда это не нравилось. Мне нравится агрессивный футбол, играть вперед, чтобы работали фланги. И в той же самой степени, понимаете, выход из обороны, если у меня не получается, я смотрю, что игроки, ну, очень много теряют мяч, вы понимаете? И привозить себе мячи, это же не юношеский футбол, мы представляем страну. Угу. Вы поняли? Выйти и сказать, что я их в национальной сборной учу играть, в национальной сборной учить играть, ну, это сложно. Почему? Нет времени. Они сейчас приехали ко мне, у меня буквально, я расписал, у меня буквально 3 дня, я должен 3 дня восстановить, вспомнить, то, что мы делали раньше, вы понимаете? Чтобы ребята вспомнили и вышли, и начали это делать. Поняли, от чего я толкуюсь? Все остальное. Братья Агульна, знаете, вот, самое страшное, откровенно, это когда берешь и кого-то копируешь. Вы понимаете? Раз, как она была в Барселоне. Начала играть при Гвардиоле, короткий пас, тики-така и все остальное. И весь мир подхватил, и все начали играть тики-така и все остальное. Но многие команды играли, они даже поворотом не били. Для меня переход центральной линии поля до ворот остается, мне должна что быть. Или передача вперед, или подача с фланга, и человек должна заканчивать атака ударом по воротам. Тогда это, держать мяч и говорить проценты, как сыграли. Знаете, у нас в футболе и в шутку. А? Да мы их возили и так, что это самое. 75% игрок, как сыграли, 3-0 попали. Но мы же их возили по данным, по этим технически, вы понимаете? Поэтому футбол должен быть эффективен. Я вам ответил? Да, я поняла, абсолютно. Все, вот сейчас, все по полочкам. Պարոն Պետրակով, վերջերս փոփոխություններ տեղի ունեցան ԲԿՄ-ում եւ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականում եւ երկու թիմերում էլ այժմ աշխատում է Արմեն Գյուլբուդարյանցը, որը շատ մեծ վաստակ ունի հայկական ֆուտբոլում, մի շարք հայ ֆուտբոլիստների է նա կրթել եւ նրանց կարիերայում աճ ապահովել։ Արդյոք ծանոթ եք Գյուլբուդարյանցի աշխատելավոճին եւ ինչ սպասելիքներ ունեք ԲԿՄ-ից եւ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականից։ Ну смотрите, я с ним познакомился. Мы приехали, мы провели обстоятельную беседу. Очень приятный человек. Оставил очень приятное впечатление человек. Скажем так, мое мнение, что этот человек работает на футболистов. Есть, знаете, тренер работает на себя, на свое имя. Все. Он работает, этот парень, работает на футболистов. Сейчас там небольшие результаты, спады команды, потому что играют молодые футболисты, совсем не обстрелянные, скажем так, в высшей лиге, ну, Армению, премьер-лиге. Поэтому надо время немножко ему на это, чтобы команда ЦСКА, ну эти ребята молодые обились, потому что там нету опытных игроков. Раньше там были опытные игроки, но сейчас они разошлись. Играть, можно сказать, ну, ребята, которые только с юношеского футбола пришли, поэтому надо время. А по молодежной сборной, что я могу сказать, мы сейчас собираемся, я вам говорил, раньше этого не было. Национальная сборная жила всегда на базе одна. Закрывалась база и жила только национальная сборная. Я поменял эту традицию. Я попросил президента, президент меня прислушался, разрешил. И молодежная сборная живет вместе с национальной. Мы вместе тренируемся. Я могу, если где-то что-то взять в тренировку футболиста, тоже мне понравился, посмотреть. Вы поняли, таким образом происходит общение. Ну, сейчас начинаются игры у него официальные. Посмотрим, как молодежная сборная, кого он возьмет. Կրկին անդրադարձ կատարենք հավաքականի հայտարարությունին։ Հերթական անգամ հավաքականը հրավիրվել Նորբերտո Օբրիասկո Բալեկյանը, որը Բոկա Խունիորսի վերջին խաղերում անգամ հայտարարությունում չի ընդգրկվում եւ առասարակ շատ քիչ խաղի ժամանակ է ստանում։ Այս անգամ ո՞րն է եղել Բալեկյանին կրկին հավաքական հրավիրելու գլխավոր շարժառիթը։ Բալեկյան։ Օբրիասկո։ Նորբերտո Բալեկյան։ Այո, դա։ Правильно? Они Брязко. Давайте Балекен. Здесь студии будем говорить Норберто Балекен. Балекен. Смотрите, давайте с вами, знаете, как вот откровенно скажу. Команда Boca Juniors. Я все время смотрю чемпионат Аргентины. Я смотрю River Plate, Boca Juniors и все остальное. Аргентина действующий чемпион мира. Так? Да. Правда? Да. Чемпионат, откровенно говоря, ну очень хороший. Зрительский интерес сумасшедший. Все остальное. Впереди пришел Кавани, 37 лет. Он вернулся в свой родной клуб. Ну, какой. Там еще и играет Мерентель и Бенедетто, два нападающих. Он не попадает в заявку. Но Норберто
откровенно говоря, такого футболиста, класса и такого футболиста в Армении нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Даже не играя там, ни одной игры такого футболиста какая-то нет. И я сейчас решил его пригласить. По одной простой причине. Чтобы не оттягивать на потом, Лига наций будет в сентябре, я его пригласил, чтобы он приехал, я хочу с ним обстоятельно поговорить. Больше этого не будет. Что я приеду, то я не могу приехать, то это у меня там проблемы или что-то. Едешь в сборную? Да. Нет, мы сейчас с тобой обнялись, пожали друг другу руки и просто расстались, чтобы я на тебя больше не надеялся. Вы поняли? Мне тогда говорили, давайте вот там на Лигу наций начнет играть. Я говорю, нет, мне надо сейчас определиться. И так далее, и тому подобное, понимаете? Но этот игрок, я еще с первого матча увидел, он хорошо цепляется за мяч. Он технически, он закрывает мяч корпусом. У нас появились техничные фланговые вингеры, понимаете, на которых можно будет играть. И скажу вам прямо, я как тренер, вот откровенно, я верю в Норберта. Что его прорвет, он поможет. А уровень, ну, в боках у него очень сильная команда. Я же вам сказал, какие там играют футболисты, впереди нападающие, понимаете? Он не попадает даже, да, где-то бывает в заявку и все остальное. Но таких у нас нет, просто нет футболистов. Такого класса. Ворпес лирацум, Евес Мейкарц, Балекяни Масин, Маснагетнеридзе футболастызнерид шатере нашумен, вор айон, а шатек карвум хагадаштум, инчпес дук нишецик, шат мец авали ашхатанке катарум, ми маснел нашумен, вор харцакво, петке голер хаписк, Балекяна голер чи хапом. Арцеок баваляре айт мец авали ашхатанке, ев арцеок кантирче, вор на голер чи хапом. Вы знаете, я очень хотел бы в сборную Юру Мовсесяна. Но, к сожалению, он закончил. А такого уровня футболиста у нас нет. Мне Юра очень подошел для нашей схемы игры. Юра Мовсесян. Ну, нет такого футболиста. Я давно знаю Артура Мироняна. Я очень давно его знаю. Я еще знаю его с Украины. Он воспитанник донецкого Шахтера. У меня играл в юношеских сборных. И все остальное. Он забил сейчас лучший бомбардир. Он забил 17 мячей. Но... Вы же сами понимаете, уровень чемпионата Армении и европейский уровень, очень серьезно отличается. Не хочется обидеть же, знаете. Тоже потом скажут, ты обижаешь наш чемпионат. Что лучше, говорить правду или так, знаете, взять, приукрасить, все сказать? Լինել իր ատես։ Խոսենք նաև երեք ֆուտբոլիստների մասին, որոնք այս անգամ չեն հրավիրվել հավաքական, մեկ օրինակ Տիգրանը Բարսեղյան, ով երևի թե իր լավագույն գուցե մարզավիճակում է, սա սպասված հարց է։ Եվ ակումբային լավագույն մրցաշրջանն է գուցե անցկացնում։ Բարսեղյանի համար կարող ենք վստահաբար այդպես ասել, եւ Սարգիս Ադամյանը վերջապես սկսել է բավարար խաղաժամանակ ստանալ ու լավ տպավորություն է թողնում, ու նույնը Խորեն Բայրամյանի մասին կարող ենք ասել։ Գոնե ժամանակավորապես այս ֆուտբոլիստների համար փակ են մեր հավաքականի դռները, թե կարող է ինչ-որ բան փոխվել։ Я, знаете, сидел и ждал, думаю, когда же они зададут этот вопрос? Ну не может быть, чтобы журналисты не придумали этот вопрос и что-то не начали поднимать, какое-то что-то остальное, пятое, десятое. Но смотрите, давайте я больше не буду повторяться. Откровенно, я просто не хочу больше говорить. Я на пресс-конференциях все сказал людям. И сказал правду. Я больше не хочу повторяться. Вот смотрите. Адамян. Вот, к примеру, да? Я должен убрать какого-то нападающего. Того же Артура Мироняна. Парень в чемпионате премьер-лиги забыл 17 мячей. Я его не вызываю в национальную сборную. Раноса я, Гранта. Грант не играет вообще. Но молодой перспективный парень. Он будет играть. Мы его очень долго просили, вы знаете, это президент занимался этим вопросом, и он всеми этими занимается, да, чтобы он играл за нашу сборную. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Ну вот Миронян забил 17 мячей, я его не вызываю, я сейчас вызываю, беру и Адамяна призываю в сборную. А? Как вы думаете, это будет порядочно, даже чисто по-человечески? Балекяни и Адамяни Мичев. Балекян нел голер чи хопом, байс дук нера ашхатанки цавалы гнахатумек. Арцеок Саркис Адамяна айт нуин цавалы ева айт нуин окута чер карохтан мера вакатану. Я... Не буду туда вдаваться в подробности. Я один раз это сделал, рассказал людям правду. Меня потом смешали, знаете, с таким очень хорошим дерьмом, чтобы было понятно. Поэтому давайте, знаете, как я вам скажу. Вот смотрите, была пресс-конференция, не один раз это было. Мне журналисты сейчас на пресс-конференции задают: Александр Владимирович, до каких пор вы будете вызывать Барсегяна в сборную?
Он же не выполняет никакие действия. А? Александр Владимирович, а чего вы не замените? Почему вы его не меняете? А тут сейчас совсем другое. Журналист сидит, Александр Владимирович, до каких пор вы будете вызывать Саркиса Адамяна? Он же не выполняет, говорит, требования, не забивает, ничего, ходит по полю, не отдается. И все. Вы понимаете? Да. А сейчас раз, вы подняли этот вопрос, надо их вызывать, все остальное. Нет. Скажем откровенно, я главный тренер, я принял это решение. Я главный тренер, я несу ответственность. Որի դեպ ենթակաչ է քննարկման, բայց պարոն Պետրակով, այո, դա էլ մեր էլի հայկական գուցե, հա, խառնվածքի ու մենտալիտետի մի մասն է, մենք միշտ ինչ-որ մի բանից դժգոհ ենք լինում, մենք միշտ ունենք առիթ հարց բարձրացնելու, նա, լավ է, վատ է։ И вы знаете, ваш менталитет, откровенно говоря, у меня было другое представление об Армении немножко, знаете. Я, как говорится, советский, у меня было другое. Когда приехал сюда, я увидел ваш менталитет, он мне понравился. Люди, спасибо. Знаете, такие добродушные, отзывчивые, не наглые, не пристают, ничего, все желают удачи. Так что, откровенно, спасибо за такое отношение. И очень хочется это отношение, знаете, получится у меня, нет, я не знаю. Но это отношение очень хочется помочь Армении. Вот это искренне, знаете, вот у меня есть такое желание откровенно помочь. Но нужны футболисты, прямо говорю откровенно. Надо футболисты. Тренер, запомните, всегда зависим от футболиста. Պարոն Պետրակով, Աշնանը մեր հավաքականը պայքարի մեջ է մտնելու ազգերի լիգայի C լիգայում և մրցելու է Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Լատվիայի և Ֆարերյան կղզիների հավաքականների հետ։ Վիճակահանությունից հետո դուք նշեցիք, որ լավ առիթ է Լատվիայի հավաքականին համարժեք պատասխան տալու։ Մենք էլ սպասում ենք, եթե անկեղծ, երևում է, որ այդ մտքերը շատ ավելի խորն են, կմանրամասնեք, եթե կարելի։ Возможно, я вам прямо скажу, вы сидите даже жеребьёвки. Сели, нам дали первое место. Кстати, подошел Чиферин, подошел к нашему президенту, знаете, обнял, они очень хорошо дружат, мне было приятно. Я его тоже очень хорошо знаю, мы с ним тезки, он Александр, я Александр. Он мне делал сборные Украины, сборы, когда началась война, он делал в Словении сборы, это он сделал, Чиферин сделал сборы национальной сборной Украины на базе сборных Словении. Он подошел, знаете, к нам так хорошо поговорили, пережили вьёвка, посмеялись. Сели с президентом, знаете, вместе. Он говорит, Василий, скажи мне честно, кого ты не хочешь? Я говорю, Армен, это у меня закон. Вот кого я не хочу, они попадутся. Я говорю, прямо тебе говорю, не хочу Латвию, не хочу Северную Македонию. И они тут же на экране, знаете, попадаются, эти сборные. Пошел в номер, переспал. Я это люблю, знаете, когда уже опыт человеческий есть, определенный, знаете, уже не решаешь быстро. Раньше, знаете, психованный был, раз, после игры, там, знаете, сейчас нет. Я переспал, все подумал, потом сел, выхожу и говорю, секундочку. Я говорю, нас просто, говорю, Латвия опустила. Поэтому если мы мужики нормальные, мужики армянские, мы что? Вот вам Латвия, вперед! Дальше. Македонии проиграли. Классная команда. Все. Хороший соперник. Сейчас класснейшая команда Македонии. Тоже проиграли. Вот мне бы, пожалуйста. Выходи и играй. Правильно? Да. Не отомстить. Это слово, это неправильно. У футболиста же каждого есть амбиции. Внутри что-то есть. Если внутри у него ничего нет, то что это за футболист? У тебя есть, тебя пустили. Просто-напросто так случилось в футболе. Если сказать откровенно, я смотрел столько раз, пересматриваю «Гул в Латвии», что мы ее полностью провалили. Нет, я же вам сказал, есть слово, два слова. То, что я сказал. Եվ օրերս որոշում կայացվեց Հայաստանի պրեմիեր լիգայում լեգիոնականների սահմանաչափի խստացման հետ եւ 2024-25 մրցաշրջանից յուրաքանչյուր թիմի կազմում խաղադաշտում Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող ոչ թե 3, այլ 4 ֆուտբոլիստ պետք է լինի։ Ինչ կասեք դուք այս որոշման մասին։ Ну это своевременное решение. Это решение было ещё раньше, ну, я когда приехал только в Армению, я только сразу спросил у президента. Я говорю, мне кажется, что надо, говорит, еще одного сделать. Он говорит, у нас это немножко сложно. Говорит, Васильевич, мы будем это делать уже через сезон. Это президент уже заранее запланировал. Вы поняли? Это не так спонтанно, что это было или что-то. Он мне прямо сказал, что, говорит, Васильевич, только через год. И сейчас это решение приходит. Но вы понимаете, тоже и искусственно, знаете, вот искусственно, я вот против этих всех, вот, знаете, вот лимитов.
Это получается, что люди искусственно играют, знаете, их ставят в состав. Тренер сидит и думает, кого поставить с этого молодого, поставить это самое, не ставить какого-то игрока. Эти должны тянуться молодые. Вы понимаете, как было в Советском Союзе, вы, ваше поколение даже не знает и не помнит, было такое решение, что должны были играть футболисты по 18 лет, я не помню сколько, дома. Игру. Вы поняли? Домашнюю игру он должен был выходить в составе. Игрок. И это привело на откровенно ни к чему. Все искали этих молодых, убегали кругом, этих родителей уговаривали, давали им деньги, чтобы найти более-менее подходящего футболиста. И ребята, выходившие на поле, говорят, о, выходим играть десятером дома. Вы понимаете? Все это искусственно. Поэтому, если это уже получилось, сейчас это будет введено. Молодые армянские футболисты должны у этих легионеров что? Учиться хорошему. Правильно? Да. Выходить в тренировках, биться за попадание в состав, правильно? А не искусственное, чтобы его вводили. Так что это решение хорошее и своевременно, но оно имеет такие вот открытые для меня подтексты. Շնորհակալություն, պարոն Պետրակով, հետաքրքիր զրույցի համար, անկեղծ լինելու համար, պետք է նշենք, որ Սուրեն չես թույլ տալ երկե որ սխալվեմ, որ երբ ստանձնեցիք հավաքականի ղեկը, առաջին բան ինչ ասում են հայ հանրությունը, որ վստահեցին առաջին խաղից հետո, որ մեր հավաքականը ապահով ու լավ ձեռքերում է, այնպիսի մարզիչի ձեռքերում է, ով կկարողանա ստանալ այն, ինչ որ ուզում է։ Ու ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ ձեզ մոտ իսկապես անձնական է ցանկությունն է փորձել, հա, անել այնպես, որ, չգիտեմ, գուցե խոշոր մրցաշարերի եզրափակիչ փուլ հասնի մեր հավաքականը։ Շնորհակալ եք մենք ձեզ այդ աշխատանքի համար, որը կատարում եք մեր հավաքականի տղաների հետ։ Ну мне тоже было приятно с вами пообщаться. Спасибо, приходите на игры. Обязательно. Постараемся, видите, у меня выпало два футболиста. Дощан, два латераля основных выпали. Дощан сломал ключицу, и Наиртик Князян надорвал заднюю поверхность бедра. И вот просто вам привожу пример, что такое ротация. Сборная Армении не может себе этого позволить. Вы понимаете? Даже вот игры, играя игры чемпионата отборочного, чемпионата мира, чемпионата Европы, 2-3. Первая игра играется. Первая играется. И 2-3 следующая игра. Все сборные имеют ротацию. Вы понимаете? Они освежают, выходят 5-6 новых футболистов. 5 футболистов. Они выходят. Знаете, у нас, к сожалению, пока этого нет. Мы все ищем, жду, когда вырастут футболисты хорошие. Так что... Дай Бог, чтобы было. Спасибо вам огромное. У нас получилось. И вам спасибо огромное. Մեր հավաքականին առաջիկա խաղերում հաջողություն մաղթել, հաղթանակ մաղթել կապ չունի, որ ընկերական է։ Բնականաբար, երբ Հայաստանի հավաքականն է խաղում, մենք միայն ու միայն հաղթանակ ենք ակնկալում։ Իսկ մենք հիշեցնենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։ Շարունակեք մնալ մեր եթերում, կհանդիպենք։ Ցտեսություն։